Всем привет, друзья, с вами 1-2-к Хаос. Мы играем в риск карту. Создатель сказал, что много чего доделал. Я уже не первый раз в нее играю, но, в общем-то, я раньше, до окончания конкурса, играл в те карты, которые меня заинтересовали по описанию, ну, то есть в которых хотелось поиграть. Вот. Ну, а сейчас я должен играть во все более-менее интересные карты, для того, чтобы определить, кто же у нас победит в конкурсе. Если карта совсем неинтересная, ну, то есть ее протестил Костя, если, ну, там совсем какая-то беда, но есть там карты, которые не стартуют там совсем и так далее. Такие карты, конечно... О, здесь башня, видимо, да? Такие карты, конечно, я себя не заставляю играть, не мучаю. Я выбрал людей, они стояли где-то с краю, думал, ну, блин, халява, значит, сейчас на отшибе где-нибудь заспавнись. Оказался в самом просто центре, в самом центре. Захватываю города. Маленькие города тоже, оказывается, дают инком. Плюс 5 к инкому. Так что прикольно. Есть смысл их хватать. А то думал, что, ну, типа... Ой-ой, тут башни. Блин. В принципе, я вроде сильный пацан. Можно... Хорошо. Да, вот можно отдать воина, да? Герой у меня ловкач, пока я, кстати, типа появилось теперь здесь... Ой, что-то я все войска растерял, нафиг, короче. Тролли, кажется, пока сильнее, чем люди, но посмотрим, понятно, баланс здесь не идеален. Раз много, главное, чтобы сам геймплей был интересно. Ну, карты, в общем-то, для этого и делаются, для того, чтобы было интересно. Даже не знаю, что мне делать. То есть, стоит ли ломиться на этот город или захватывать маленькие фермы. Карта, кстати, до сих пор не, в нее нельзя играть фулом. То есть она зависает. Это, конечно, минус карты. И, соответственно, мы стартанули не фулом. Для такой большой карты это минус серьезный. Ну алё, ну... Офигеть. Герой, короче... эти овечки, типа... ну, кстати, он за них опыт дается. Хотя это, может, за тролля дало. Что прикажете? Какая-то попытка убить кабана, короче, ну нафиг. Кабана убийство какое-то. Так, тренировка лучников. Следующая страница. Мы же не просто голодные. Что такое? Сильный удар. Понятно. Можно здесь что-нибудь построить? Нельзя что-нибудь построить. Это ферма. Так, вот еще вижу тут ферму на горизонте. Или это магазин вообще? Ой, музон включил. Музон не нужен. Так, как бы мне так аккуратненько пройти? Но здесь вот город полноценный. Но, видимо, надо города захватывать, что ли. А вон, смотри, там точка прикольная вроде. Чего? Ну, здесь широкая точка, это город. Так, точно. Так, ну что, надо как-то качнуть своих пацанчиков. Там вон броня, атака, тренировка пехотинцев, тренировка лучников. Давайте сделаем броню атаку и еще двух пацанчиков. Наш город осаждают враги. Напали. Да, ваше сельство. Текс. Ого! Вот этот поворот. Валерка, черт, приперся. Хорошо, я готов. Текс, а че точка... блин, при переключении зданий точка сбора сбивается. Да, ваше сельство. Да ёпрсты, ну алё, иди давай. Ой, какой дамаг, я сейчас просто всех уничтожу тут нафиг. Блин, ну слишком много дэмэджа, чувачки. Вы бы балансировал бы ты? Создатель карты, слишком сильную карту делаешь. Блин, я тут всех троллей завалил, короче, пока он за моим героем бегает. Ну найс, чё, точку отстоял. Сейчас единственное, надо город захватить какой-нибудь. 9 лимита из 8. Так, у троллина пришел. Ну вот, меня убьют. Прощайте. Да, герой у меня, конечно, не лучший. Ой, халявка какая. Хорошо. Да, денег тут решили мне надавать. Ну, все-таки в ближнем бою-то троллины так себе. Тем более, когда их еще их и меньше. Дальних городов собрано. 113 голды. Ну, надо, видимо, развивать свой город. Блин, опять сейчас точка сбора собьется. Тренировка лучников. Угу. Сильный удар. Давайте сильный удар, броню, атаку. Не знаю, не хочется что-то до футменов развиваться. Они, небось, 2 лимита жрут и тем самым все свое преимущество перекрывают, потому что, ну, типа... Завершено. Ну, вы поняли, наверное, или не поняли.
Криты. Давайте криты будем все по чуть-чуть учить. Так, вот здесь вот должен быть город. Давайте отманим его защитников. Ну, он, видимо, сильный какой-нибудь. Ой, а что, героя гасит, нет? Да. Ну, уже вроде нет. Так, ну что, сейчас надо гопнуть главное. Гопнуть точку, но сейчас я боюсь, ее начнешь атаковать, она же неуязвимость заюзает. Ой, стан еще заюзал, ее просто точка станет. И неуязвимость. Ну давайте отходим, фигли. Хотя пока отойдешь, уже подходить пора. Ну ладно, город мы сейчас возьмем. Потеряем какое-то количество пацанчиков, но это, в принципе, плевать. Давайте сделаем тренировку лучников. О, довольно быстро взял. Короче, надо не бояться брать города. Рыцарь. Интересно, а рыцарь, он получает те же грейды, что и я? Максимум можно... То есть, типа, чувак сделал лимит на количество сильных войск, я так понял. Так, ну что, пока захватываем как можно больше городов. Чем больше городов, тем лучше. О, найс, рыцарь тоже бафается. Это красота, слушайте. Так, вот какой-то город еще есть. Давайте его постараемся взять. Наверное, сильный. Ого, какой-то герой тут, что ли? Маг света. Дедушка такой. Да, забавный дед. Ой, эти герои бьют таверки. Ой-ой, ну вроде не бьют. Так, ну что, пацаны, давайте захватываем. Герой у меня вообще, конечно, терпило тот еще. Так, тренировка элиты. Ну давайте сразу элиту делать, наверное. Так, тренировка элиты. Позволяет элитным рыцарям доспехи веры. Ой, нифига себе, такой дорогой грейд. Текс, вот вроде фермочка есть, так что халява. У меня, конечно, сейчас войск мало, но зато инкома много и много чего я захватываю. Так, давайте точку сначала ударим, для того, чтобы она заюзала неуязвимость. И... денег мало, но с инкома все поправится. То есть сейчас я буду делать всякие грейд. Конечно, если вот прямо сейчас на меня кто-то нападет, у меня будут проблемы. Плохо, конечно, что я просто со всех сторон окружен людьми. Это серьезный минус. Это войска очень мало. Так, да, да, да. Сейчас будет инком, и все будет нормально. Вон, смотри, какой инком. Так, давайте вот здесь вот сделаем Ctrl 6. Сделаем грейд на элиту. Хотя у меня ни одного нет. Ну пофиг. Не потеряй героя. Ёпрст, я герой потерял. Бывает. Так, где мой основной город? Ctrl 6 пусть будет мой основной город. Воскресить мастера топора. Блин, ну хотя не очень мне хочется его воскрешать, но как слабый. Ой, так много золота ушло. За что? Наверное, за воскрешение, я не знаю. Ну, 30-ка стоило воскрешение. Хорошо. Так, вот еще, кстати, ферма. Неужели здесь никого нет? Игроков мало на гигантской карте. Я пошел. Ваша светлость. Так, конь 290, а ополченец 100. Ну, кстати, конь клевый, да. Текст. Да, господин. Блин, Ctrl 5 теперь у меня это, а был город Ctrl 5. Текс, давайте, значит, что там происходит-то? Текс, точку захватываем. Что, денег много? Элитный рыцарь, 30-ка стоит. Ага. Нормально. Опять работа. Нейтрал там какой-то. Да, господи. Благо он не понимает, что это такое. Текс, ну можно этих юнитов уже отдать куда-то там, знаете, этот... А почему Ctrl 5 не работает? Опять, типа, каждый раз, когда переключаешь эту, что ли? Ну, я пошел. Так, давайте ферму пытаемся захватить, а потом вместе с героем... Ох, даже герой не застревает, кстати, смотрите. Ну, прям карта стала лучше в миллион раз. Карта мечты. Да, с незастревающим-то героем. Текс, не, давайте сначала одного рыцаря построим. Текс, вот здесь тоже мурлок, халява, ничего нет. Ну, то есть фермы, конечно, круче захватывать, потому что их намного проще, чем города. Ну, поначалу, конечно же. Так, волшебница, и вот это, видимо, Макс Ведова, тот дед. Посмотрим, насколько элита 380. Ну, элита, наверное, хуже обычных коняшек. Такой маленький конь, такой большой флаг. Да. Текс, что там? Ой-ой-ой, что тут там мурлоков отдаюсь? Так, давай, блин, гад. Третий левел, ну, нормально. Так, все, я очистил лимит. Теперь будем считать свою нелепую отдачу. Блин, очистка лимита. Ну, давайте мечи сделаем. Ну, буду коневодом. Буду захватывать сейчас ближайшие города. Ну и пушануть бы кого-нибудь. Хотя невыгодно никого пушить.
особо. О, бандитские набеги, Вадим, когда тратит золото. Каждый... Ой-ой-ой. То есть как только будет инком? Сразу строй. Сразу строить надо. Так точно. А, это типа... Когда будет инком? Я скажу. Блин, опять... Что такое? Контрол 5. Да отстань! Да ё-моё, ну что такое? Типа агрится, что ли, с хаос-атакой? Инком. Ну все, забей. Вон рыцаря смог заказать. Офигеть, конечно, забавный ивент. Так все-таки ты меня бьешь, что ли? А, это башня такая, ё-моё. Ничего не могу понять. Что такое, меня гасит, я в ответ не могу. Тебя опять герой дохнет. Так точно. Да, герой опять не очень. Так, а что там приперлось? Этот, Никита 7 гадский. Хотел сказать инком, но там всего 3 было. Так, вот еще один конь. Да блин, давай, гаси уже. Ай-яй. Найс. Так, город мой. Давайте сюда еще сходим. Как-то жестко, по-моему. Да, жестко. Но в открытом поле я смогу, мне кажется. Так точно. Главное, герой не отдать. Трань быстро. 60 целых есть. Хочу героя строить. Он как-то бесполезный. Не, надо, конечно, строить, но... Ваша светлость. Так, что, гасим главного коня. А точку я уже бил. Надо точку ударить. Будет исполнено. Ну, надо все-таки это. Я надо все-таки героя воскрешать. Да, городов у меня много, все вроде хорошо. Вон там еще ферма халявная есть. Фу, больше не будет воровать деньги. Да. Есть. Так, вот ферма. Будет исполнено. Я сделаю это. Ой, тут Вов какой-то. Истинно так. Все, все, чувак. Будет исполнено. Я не буду на тебя больше лезть. Мне надо другого пушануть. О, вот здесь халява. Приказывайте. Ты компа пушанешь. Компа пушану. Так, а что там? Героя воскрешаем, а здесь делаем коней еще. О, сколько золота было. Ой, вот еще, кстати, коняшки. Так, а где это. Там я? Вот он я. Офигеть, какой бандит плотный. Ненавижу. Да, мне бы какой-нибудь паладин там с армором и регеном, да? Ваша светлость. Истинно так. А здесь что? Что там, кони не добежали? Да добежали. Я сделаю это. Жду приказаний. Э, алло, алло. Не возвращайтесь, идите канал. То ли баг, то ли нет. Сейчас скажут, что у меня золото отнимали. Ого, какой он этот промашистый-то. О, боже. Это только один. Это я все одного гашу так долго, да. Что ли? Офигеть, а как его убить-то? Не знаю, боссы какие-то там. Да будет так. Ваша честь. Я сделаю это. Ваша светлость. Блин, еще и застанет. Сейчас загасит рыцаря. Не будешь, да? Да-да, наверное, проще снова построить. Строй, вон денежки пришли. Жду приказаний. Так, надо еще коням сделать этот шанс на баш. Баш на баш. Наверное, проще захватывать сначала нейтральные города, мне кажется. Да, мило. Чем с людьми воевать. Пока можно захватывать халявные города, надо это делать, мне кажется. Ваша честь. Наш город осаждает... Блин, ну что-то уже, видимо, нельзя, что ли? Да, милорд. Чувак слишком разнаглел. А что здесь? Здесь, наверное, ферма халявная. Ротоподъем! О, лучники. Вот это, конечно, в атаку! Сильная тема. Что там гуляй еще? Может, там гуляй строй. Да, и лучник залетит. Ой, я теряешь опять. Так, что там сзади? А, сзади игрок 12 какой-то вон. Вдогонку. Кого-то ты по дороге там. Ой, я всех коней достроил, которых мог. А, вот еще. Ты захватил круг, да? Ну да, захватил.
Блин, давайте уже. Да, мало лимита, строй еще. Ну, у меня кони. Эй, это, кони кончились. Надо вон делать тренировку пехотинцев. Город осаждает враги. Так, вот, что-то он вообще офигел. Смотрите-ка. Юзай там стволы какие-нибудь. Да, ваш вроде. Так, давай, там криты, криты. Грейд на атаку, к сожалению, только на героя действует. Ого! Исследование завершено. Есть. Дек не вот. Неопытный. А что с той точкой? Забрали или нет? Да. Ура! Так точно. А, блин, я, у меня же там этот есть неуязвимость, то все. Ваша светлость. Так, надо здесь еще сделать этот грейд на. А что это за золотишко? Блин, опять Ctrl-6 не работает. Золотишко это просто показывает, что инком приходит. Так, а где эта тема? Думала, грейд можно сделать. Приказывайте. Так, ты что, гасишь, да? Молодец. Еще вот эту штуку надо. Да герой за... тут половину герой застрял с грибами. Знакомая фишка. Так точно. Будет исполнено. Так, что делаем город? Сейчас его переключим. Исследование завершено. Сделаем Ctrl-6. Давайте еще одного коня построим. Лимит у меня много. Будет исполнено. Так, давайте тогда вот сюда попрем там. А здесь его нету, ёшкин кот. А где ты? Да, милый, нам нужно торопиться. Да, вас вроде бежал их. Да. Как скажете. Да блин, давай, проатакуй точку. Ой, блин, да что постоянно герои бьют? Так, все, нормально. Сейчас этих коней тут заберем. Это что такое? Ой, еще здесь город, офигеть, а что он на меня прет, если тут городов миллион? Ой, это... Города просто сильно защищены, а у тебя точки. У меня точки, да, халявы. Боевое безумие. При этом герой теряет здоровье каждую секунду. Да, у меня герой, конечно, тот еще. Чемпион. Что прикажете? Да, ваш вроде. Дальше захватывать. Кого здесь можно строить? Так, давайте вот тут. Оп. Ctrl 2. В больших городах новые юниты появляются? Ну, вообще во всех городах есть юниты. Так, а что здесь за город-то? Что здесь можно построить? А, чего? Это здание, особенно если оно существует у каждой расы, хранится вдвое сильнее. Грабеж по-королевски. Ого! Жду приказаний. Нормальная тема. Блин, вот тупо, что они этот дом не бьют. Так, что, слишком много денег. Пора строить футменов. Или каких-нибудь магов там, я не знаю. Как думаешь, кого строить? Футменов? Или лучников? Давай магов. Лучников давай? Или ну, что? Можно лучников. Где эти лучники? Так, давайте сделаем пока грейды. Я вот лучников не вижу. Ну, я пока и не строил их, потому что... Ой, еще халявный город. Ненавижу глупцов. Да, милая, честно. Давай, гибнут. Пожалуй, пора. Это фиолетовый сделал. Все на 7 секунд. Да, это Валерка. Так, ну все, надо желтого гасить, короче. Ой, герой сдох. Блин, ну какой он у меня слабый. Его еще все фокусят, гады. Ой, маги не нужны, наверное. У меня 73 лимита. Все вроде круто. Маги. Бульонные кубики. Да, да, можно атаку, короче, грейдить, пофиг. Приказывайте. Что вы там затащили? Я сделаю это. Бандиты похитили 70 золота. Будет исполнено. Так у меня-то не вот похитили. Гад. Это же мое здание. А, это твои похитили? Да. И они тебе их дали, да? Видимо, да. Принесли домой добычу. Ваша честь. Текс. Что там, вот где-то еще тут деревенька какая-то была. Вот здесь вот надо Никиту Сема этого чуть-чуть фигачить. Ого, я все грейды, походу, сделал. Вот этот поворот. Будем кривать от грейдов. Я все? Что, его убили уже, что ли? Истинно так. Исследование завершено. Ну, видимо, ты уже добиваешь. Да будет так. Ну, я-то его и не бил, кто-то его гасил, видимо, основной. Да, без героя лучше. 506 голды. Что там у нас? О, Хейн еще тут. Ого. Тут поворот. Опа, кто-то пришел большой. Нага. Тут вон... Ого, можно их гоп-стоп фигачить по дороге. Будет исполнено. Найс. Эти флаги, конечно, вот тут. Да. Нормас под крепу как подрезаем. Прям. Истинно так. Еще один. Почему никто не следит за ними? Они ну, нужны? Там драка. Сделаю это. Просто, видимо, у человека.
Такая миграция лососей. На, давай, давай, гасим. О, он развернулся. Ой, нифига. Лучше бы он не разворачивался, уходи. Нифига тут у него пацанов. Ой, ты сейчас всех потеряешь. А они еще и сплэшуют, ёшкин кот. Вот этот поворот. А как драться-то с сплэшущим? Что-то кони слабые получаются. У тебя, наверное, там насобирались уже юниты где-то, по-моему. Да я их не строил. Осаждают враги. Да, милорд. То как-то, мне кажется, у тебя больше юнитов, чем враги. Сейчас видим. Да будет так. Блин, это игрок 12, главное еще. Я смотрю, что сплы хорошо юзаются, значит комп. Блин, но у него кливинг атак, как его убить-то? Как мне убить пацана со сплэшом без сплэша? Мне кажется, никак. Ухей, ну-ка, может, на халявку-то заркадим. Какая халявка? Я думаю, тут тебя поймают. Ну вот, говорю же, у тебя миллион людей уже. Так, ну давайте сделаем грейды там всякие. Чего ты не ведешь их? Так, магия воды. Это все. Че, этот город мой теперь, да? О, найс. Ой, как их много. Ну ладно, хотя бы какое-то время подержал вас на город. Но мне его не выиграть никак обычными пацанами. Только вот разве что лучники какие-нибудь, разлучники. Так, где мы там? Ой, просто... А, опять сбился контрол. Блин, ну я не могу с этими... А, выпустите меня. Король воров. Кстати, вот, я, получается, вот этого сильного пацана могу строить. Так. Доспехи веры. Мародером, змеиная ловкость. Тренировка королей воров. Ага. Так, ну что, значит, строим рыцарей. Ну, надо всех строить, в общем. Так, где Ctrl 5? Где мой первый город-то вообще? Вот этот, что ли? Где мой первый город? Исследование вот завершено. Наш город осаждают враги. Ой-ой. Ну да, он сейчас просто пройдется по мне. Угу, ты его согрел. А где магаз был тут? Где-то. Так, вот мой первый город, кстати. Магаз где-то на карте. А, ну вот треугольничек. Давайте в магаз сходим, что-нибудь купим. Завершено. Так. Исследование завершено. Чини магов света. А защищаться не будешь? Ну, я сначала надо войска собрать. Так, строим лучников, значит. А на крышках сплы юзать. Чу-чу-чу. Лучник. Блин, тут их, они дешевые, типа однолимитные. Жду приказаний. Так. Наш город осаждают враги. Где там мои короли воров? Да, ваш броди. Здрасте. Текст. Че, свиток? Зелья. Так. Так, ну это какой-то свитковая тема. Блин, ну как мне его победить-то? Я хотел бы я знать. Так, где там этот город? Собирай кулак. Кулак. Так, все, Ctrl 7. Король воров. Исследование завершено. Наш город осаждает. Ага. Так, ну он меня сильно много-то не захватит. Так, что тут... А где он вообще? Нет, пока. Текс. Ну что, денег вообще просто навалом. Так, переключаемся, Ctrl 8. И строим там всяких магов. Ой, лимита нет, ёпрсте. Да, ваше сельство. Как скажешь, да, господин. Что прикажешь, да. Так, ну что, вот часть его юнитов, давайте подеремся. Кобра какая-то есть. Да вообще жесть. Да, есть. Что прикажете? Как вот это месиво. Не, а как драться с юнитами со сплэшом? Ой. Юнитами, точнее, без сплэша, против юнитов со сплэшом. Это же, ну извините, это же нереально. Ваша светлость. О, его, конечно, больше, но, блин, в начале-то у меня вроде было получше. Ну, все, короче, ГГ, походу. Магов начал строить. Маги? Думаешь, они мне помогут? Нет, ты начал просто их строить. Ваша чё? Светлость. Что ты убрал? Да пусть строят. Ого, они еще и с вейвами? Они еще и с вейвами? Ну, ёшкин кот. Какое-то ОП. Дело есть. Прикольно, блин. Я помню, сколько раз я говорил, типа, вот эти, ну, эти наги-гвардейцы, жесть, типа, имба в обычных картах. Ой. Бандиты воруют. Ну, все, я слился. Ну, меня вынесли, фигли. Я не знаю, как просто с ними драться, они просто разносят. Снес меня и дальше что? Ну, наверное, ГГ. Наверное, всех остальных тоже вынесет. Ну,
Я не знаю, это жесть. Это неправильно. Так не должно быть. То есть в карте, где нет воздуха, сплэш по земле это просто прям супер-мега тема. Да, у него, конечно, герой более высокого левела, но основная эта фишка это вот эти вот чуваки, потому что он меня бьет и все ложатся. Плюс еще вот эти вот чуваки с вейвами. Ой, короче, ладно. Да, ну понятно, я на втором месте, он на первом, причем с дичайшим отрывом. Войск убит у нас примерно одинаково. До... Кстати, откуда у него такой левел-то, интересно? У меня, конечно, герой часто был сдохший, но вот под конец-то он мне юнитов завалил дофигища. Ну, что я могу сказать? Риск карта без баланса, это все равно, что... Не знаю, ну, каждый додумает сам в меру своих потребностей. Но это реально беда какая-то. Ой, ну, блин. Я не знаю, пацаны, как можно было выиграть этими? То есть, ну там, купить кучу магов каких-то, ими там адски контролить. То все, видите, я свиток там завязал, свиток армора, свиток ХП. В узком проходе мы дрались, у него сзади стояли юниты, но они даже в бой не вступали. То есть, их наличие вообще ничего не значило особо. Вот. Ну и, блин, эти чуваки еще с вейвами. То есть, обычный юнит с АОЕ вейвом. Здесь на карте с узкими проходами, это ж прям вообще панацея. Ну, чё, да здравствует щемление. В общем-то, это, наверное, карта, как, типа, показать фрукту овощу, что, блин. Ну, то есть, когда вы делаете что-то, не обязательно карту к Варкрафту или вообще что бы то ни было, надо сначала оценить вообще ваши усилия, насколько вы можете что-то сделать и соизмеримо с этим делать. А потому что тут юнитов напихано миллион, карта гигантская на 2 часа, наверное. Ну, если вот до конца играть без жесткой доминации, ну, здесь просто чувак всех протащил катком и все. А так, карта где-то на 2 часа, куча юнитов, непонятно зачем. То есть, ну, просто не надо так много. Просто сделай меньше, но балансно, и все будет круто. Уф, кому победу-то давать? Я пока не знаю. Всем пока.